Пуск. Ну что ж, добрый вечер. Немножко трудно мне, потому что уж больно главы Иерушалаимские блестящие, многослойные и трудны для анализа, и тем более столько людей этот анализ проводило. Тем более сегодня придется поговорить о каких-то таинственных вещах. Например, снова об одиночестве. Да, в общем, не об одиночестве кого-нибудь. Придется говорить об одиночестве Бога. А что? Вы никогда не задумывались, в отличие от Булгакова, возможно, что в этой нашей мелкой суете, попытках выживать, беспокойстве о том, не придется ли в очередной раз сдавать валюту, мы оставляем Бога одиноким, таким же, каким он, собственно говоря, и является в романе Михаила Афанасьевича. Ну, ведь действительно, главное предсказание Иешуа Ганоцри не сбылось. И если считать от Иерушалаимского времени романа, и если считать от рождения Иисуса Христа, уж 2000 лет прошло, а царство истины не настало. Правда, не сбылось же главное предсказание Иешуа. Я не знаю, кто о чем думает, когда читает эти главы. Я, когда перечитывал последний раз, думал словами Иешуа, наверное. И думал я о сверхчувствительных людях, да, о которых мы говорили последний раз, во время последнего эфира. Я думаю, что Бог Булгакова умер на кресте в мучительном одиночестве из-за предательства сверхчувствительных людей. Потому что у этих самых сверхчувствительных людей больше, чем у всех остальных. Главным пороком, или главным грехом, если хотите, или главной ошибкой, если уж дословно переводить слово «грех», является трусость. Вообще, как мне кажется, любовь к роману Булгакова своего рода тест на сверхчувствительность. Сверхчувствительные люди любят этот роман. Часто его перечитывают. И как-то все равно умудряются находить оправдание для собственной трусости. А главный герой, может быть, романа, может быть, Иерушалаимских глав, Иешуа Ганоцри, сверхчувствителен, несомненно. И ведь только сверхчувствительный человек может обнаружить в каждом
даже в кентурионе марки крысобоя, доброго человека. Но далеко не каждый осмелится не просто сказать ему об этом, но еще и научить его чувствовать себя внутри добрым, что-то внутри изменять. Это дар сверхчувствительного человека, как мне кажется, орет Михаил Булгаков. И тем не менее, сверхчувствительные люди, любящие этот роман, даром этим не пользуются и не умеют как-то показать другому, заскорузлому, нечувствительному, что он в сущности своей добрый человек. Возможно, разучились мы с тех вечных библейских времен это делать и вообще задумываться об этом. Поэтому, собственно говоря, мы раз за разом, от поколения к поколению, с упорством идиотов, распинаем в себе Бога, посвящая свою жизнь, ну, в общем-то, Воланду, царствующему надо всем этим, в Иерусалимских главах, разумеется, Понтию Пилату. Почему Понтию Пилату? Потому что у Булгакова он идеальный образ правителя всех времен. В нем есть все, к чему призывают нас современные политики. Все, что позволяет управлять нашим миром. Он абсолютно жесток. Он умеет бороться с людьми с помощью фейковых новостей, провоцируя их на это. Он служит не только себе. На самом деле, если вы оглянетесь вокруг, да, наверное, не только в России, сейчас, как мне кажется, в большинстве стран мира, вы увидите эту странную, абсолютную власть прокуратора Иудеи. Она, собственно говоря, заключается в том, что говорит и принимает решения он не от своего имени, а от имени Кесаря во времена Иерусалимских глав романа. Это Тиберий, который болен сифилисом и прячется в изумительной красоты в прекрасных парках и дворцах Капри. Каприи, как написано в романе. Пилат как будто не сам принимает решения. Он принимает их от имени Кесаря и от имени странного закона, существовавшего в те времена в
одни из самых извращенных, лживых времен истории, во всяком случае, истории Древнего Рима. Это времена патрициев, прокураторов. Впрочем, нам еще предстоит о них говорить в других Иершалаимских главах романа, следующих. Но одним из главных действующих персонажей, невидимых персонажей того времени, будет закон о оскорблении величия. Знаменитый римский закон, который приводил к смерти за счет того, приводил к смерти, когда в каком-либо отрицательном аспекте упоминался кесарь и его власть. И тот дикий страх, который вы помните, как вы помните, испытал прокуратор на суде, он связан именно с этим законом об оскорблении величия. Что-то такое, что называется политикой, и представляет из себя, и представляет собой вот эту абсолютно безличную власть, которая как бы действует не своей волей, а волей закона, который создал невидимый, прячущийся где-то в садах Запада кесарь. Вы не обращали внимания, что именно так все это и работает? Буквально в следующих главах пустые костюмы станут олицетворением или издевательством Булгакова над подобного рода чиновничьей службой. Людей больше нет. Простите, пытаюсь найти Виктора Ефименко картинку. Ну, вот одна из них. На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиберия. И это дикий крик прокуратора, который почуял в словах Иешуа, там, в колоннаде, нарушение этого таинственного римского закона. И тогда он, собственно говоря, и создавал ту атмосферу, почти неотличимую от атмосферы 30-х годов, в которых писался роман. И это атмосфера доносов. Доносы в те годы в Римской империи были узаконены, совершались строго определенным образом. Ну, например, помните, это самое, Понтий Пилат спросит Иисуса, светильники зажег относительно его свидания с Иудой. Да, согласно закону об оскорблении величия, нужны были свидетели. Оскорбление должно было происходить обязательно на свету, зажженными светильниками.
И в темноте должны были прятаться не менее двух свидетелей, которые подтвердят о том, что во время разговора действительно человек критиковал власть. Ну, я просто надеюсь, что то, что случилось в истории Рима и в истории нашей страны, как трагедия, сейчас всего лишь повторяется как фарс. Но аналогии и всякие разные размышления на эту тему в связи с римским законом об оскорблении величия и правилами доносов, и, между прочим, правилами доносов, написанными в Талмуде, в том числе, которые, видимо, Булгаков очень хорошо знал и читал, скорее всего, знаменитое издание в переводе Перферковича. Все повторяется, история в истории, и повторяется по кругу. Ну, видите, кто-то пишет нам, что сам прокуратор не считал так уж до конца искренне власть кесаря великой и прекрасной. Не считал. Такое-то. И одновременно считал, потому что он же, это Сергея Тюнина, иллюстрация к вынесению приговора. Ну, как бы... Наши современные чиновники ведь не считают власть кесаря великой и прекрасной. Или считают? Вообще, что считает или не считает человек? Он же ведь человек власти. А это значит, что он сам вознесся, как у нас сейчас говорят, получает свои деньги, ворует, исключительно благодаря разным законам кесаря, в том числе и законам об оскорблении величия. Ну, помните, он же там будет кричать Иешуа: не считаешь ли ты, что я, прокуратор Иудеи, захочу разделить твою участь, участь жалкого нищего бродяги? Когда Иешуа его спросит, очень тихо и покорно: ты бы освободил меня. Меня, похоже, убить хотят. Он будет, прокуратор, искренне кричать эти слова? Да искренне. Искренне. Потому что эта власть его сделала. А то, что вы имеете в виду, когда говорите, громкий крик прокуратора про великую власть был наигранным, во многом рассчитанным на окружающих охранников и писарей, вы говорите две вещи.
Вы, во-первых, повторяете версию той главной новозаветной книги, на которую, конечно же, опирался Булгаков. Как, впрочем, и масоны. На Евангелие от Иоанна, здорово отличающееся от Евангелий синоптиков, так называемых. И в частности, вот этими самыми словами Понтия Пилата, знаменитыми: «Се человек вы хотите сказать». Кроме этого, еще одну вещь. У синоптиков все не так. Вы хотите сказать, внутри Понтия Пилата есть Иешуа Ганоцари. Двойственен человек. Однако, помните, да? Он будет повторять: прокуратор, я страшное животное. А вот теперь попробуйте ответить мне на вопрос. Он и Иешуа. Это начало в душе прокуратора, которое есть в Евангелии от Иоанна. Оно там было всегда? Или появилось после встречи с Иешуа, после того, как прошла головная боль, и где-то в глубине души прозвучали немыслимые, невозможные слова злых людей: нет на свете, и наступит царство истины. А понимаете, какая штука? Пишут мне: просто это лицемерие, тоже часть игры. Ты, поверьте, я, конечно, никогда не был в этой роли, но, в общем, людей, которые в похожих ролях были, мне знавать приходилось. Человек не может всю жизнь, занимая, очень большой пост в Римской империи, будучи в очень сложной бюрократической системе, наверное, посложнее нашей, особенно мешало отсутствие современных средств связи. Так вот, он не может только лицемерить и играть в игру. Это невозможно. Человек так не может жить. Он все равно будет верить в свое лицемерие, в свою игру, просто для того, чтобы оправдать себя. Иначе это все разорвет его на части. Как, собственно говоря, и происходит с Понтием Пилатом в одной средневековой легенде, которую, по всей видимости, использовал Булгаков. Впрочем, я думаю, что об этом в следующей главе. Сейчас ответом, может быть, на ваш вопрос, а может быть, следующим вопросом, будет предельно простая штука. Это вопрос о том, вопрос о странных словах Иешуа после его крестной смерти. О, Бог!
простонал Ливий, понимая, что он опаздывает. И он опоздал. Когда истек четвертый час казни, мучения Ливия достигли наивысшей степени, и он впал в ярость. Поднявшись с камня, он швырнул на землю, бесполезно, как он теперь думал, украденный нож, раздавил флягу ногою, лишив себя воды, сбросил с головы кефи, вцепился в свои жидкие волосы и стал проклинать себя. Он проклинал себя, выкликая бессмысленные слова, рычал и плевался, поносил своего отца и мать, породивших на свет глупца. Видя, что клятва и брань не действуют, и ничего от этого на Санцепёке не меняется, он сжал сухие кулаки, зажмурившись, вознес их к небу, к солнцу, которое сползало все ниже, удлиняя тени, и, уходя, чтобы упасть в Средиземное море, и потребовал у Бога немедленного чуда. Он требовал, чтобы Бог тотчас же послал Иешуа смерть. Открыв глаза, он убедился в том, что на холме все без изменений, за исключением того, что пылавшие на груди кентуриона пятна потухли. Солнце посылало лучи в спины казнимых, обращенных лицами к Иершалаиму. Тогда Ливий закричал: «Проклинаю тебя, Бог!» Осипшим голосом он кричал о том, что убедился в несправедливости Бога, и верить ему более не намерен. «Ты глух!» — рычал Ливий. «Если бы ты не был глухим, ты услышал бы меня и убил бы его тут же». «Я ошибался!» — кричал совсем охрипший Ливий. «Ты бог зла! Или твои глаза совсем закрыл дым из курильниц храма, а уши твои перестали что-либо слышать, кроме трубных звуков священников? Ты не всемогущий бог! Проклинаю тебя, бог разбойников, их покровители душа!» Тут что-то дунуло в лицо бывшему сборщику, и что-то зашелестело у него под ногами, дунуло еще раз, и тогда, открыв глаза, Ливий увидел, что все в мире, под влиянием ли его проклятий или в силу каких-либо других причин, изменилось. Солнце исчезло, не дойдя до моря, в котором тонуло ежевечернее. Поглотив его, по небу с запада поднималась грозно и неуклонно грозовая туча. Края ее уже вскипали белой пеной. Края ее уже вскипали белой пеной. Черное дымное брюхо отсвечивало желтым. Туча ворчала, и из нее время от времени вываливались огненные нити. По Явской дороге, по скудной Гионской долине, над шатрами богомольцев, гонимые внезапно поднявшимся ветром, летели пыльные столбы. Ливий умолк, стараясь сообразить, принесет ли гроза, которая сейчас накроет Иершалаим, какое-либо изменение в судьбе несчастного Иешуа. И тут же, глядя на нити огня, раскрашивающие тучу, стал просить, чтобы молния ударила в столб Иешуа. В раскаянии, глядя в чистое небо, которое еще не пожрала туча, и где стервятники ложились на крыло, чтобы уходить от грозы, Ливий подумал, что безумно поспешил со своими проклятиями. Теперь Бог не послушает его. Обратив свой взор к подножию холма, Ливий приковался к тому месту, где стоял рассыпавшийся кавалерийский полк, и увидел, что там произошли значительные изменения. С высоты Ливию удалось хорошо рассмотреть, как солдаты суетились, выдергивая пики из земли, как набрасывали на себя плащи,
как коноводы бежали к дороге рысцой, ведя на поводу вороных лошадей. Полк снимался, это было ясно. Левий, защищаясь от бьющей в лицо пыли рукой, отплевываясь, старался сообразить, что бы это значило, что кавалерия собирается уходить. Он перевел взгляд повыше и разглядел фигурку в багряной военной хламиде, поднимающуюся к площадке казни. И тут он от предчувствия радостного конца похолодело сердце бывшего сборщика. Пытаюсь я найти вот это Михаил Бруни, молдавский художник, рисует Марка Крысобоя на холме казни. Крысобой, брезгливо покосившись на грязные тряпки, бывшие недавно одеждой преступников, от которой отказались палачи, отозвал двух из них и приказал «за мною». С ближайшего столба доносилась хриплая, бессмысленная песенка. Повешенный на нем Гестас к концу третьего часа казни сошел с ума от мух и солнца и теперь тихо пел что-то про виноград. Но головою, покрытой челмой, изредка все-таки покачивал, и тогда мухи вяло поднимались с его лица и возвращались на него опять. Дисмос на втором столбе страдал более двух других, потому что его не одолевало забытье, и он качал головой часто и мерно, то вправо, то влево, чтобы ухом ударять по плечу. Счастливее других был Иешуа. В первый же час его стали поражать обмороки, а затем он впал в забытье, повесив голову в размотавшейся челне. Разлепив веки, Ганацри глянул вниз. Глаза его обычно ясные, теперь были мутноваты. «Ганацри!» — сказал палач. Ганацри шевельнул вспухшими губами и отозвался хриплым разбойничным голосом. «Что тебе надо? Зачем ты подошел ко мне?» «Пей!» — сказал палач. И пропитанная водою губка на конце копья поднялась к губам Иешуа. Радость сверкнула у того в глазах. Он прильнул к губке и с жадностью начал впитывать влагу. С соседнего столба донесся голос Дисмоса. «Несправедливость! Я такой же разбойник, как и он!» Пыльная туча накрыла площадку, сильно потемнело, когда пыль унеслась, Кентурион крикнул «Молчать на втором столбе!» Дисмос умолк, и Иешуа оторвался от губки и, стараясь, чтобы голос его звучал ласково и убедительно, и, не добившись этого, хрипло попросил палача «Дай попить ему!» Становилось все темнее. Туча залила уже полнеба, стремясь к Ершалаему. Белые кипящие облака неслись впереди, наполненные черной влагой и огнем тучи. Сверкнуло и ударило над самым холмом. Палач снял губку с копья. «Славь великодушного Егемона!» — торжественно шепнул он и тихонько кольнул Иешуа в сердце. Тот дрогнул и шепнул «Егемон!» Кровь побежала по его животу, нижняя челюсть судорожно дрогнула и голова его повисла. При втором громовом ударе палач уже поил Дисмоса и с теми же словами «Славь Егемона!» убил его. Ну, дальше вы знаете, дальше следует
проверка на смерть. И главный, может быть, вопрос сегодняшнего разговора. Почему Булгаков заставляет своего Иешуа или видит, как Иешуа мастера и Воланда последним своим словом обращается не к отцу, как это происходит в Новом Завете, а вспоминает Гемона. Может быть, вы сможете для себя внутренне ответить на этот вопрос. Это ведь один из главных вопросов мастера и Маргариты. Почему значит для Иешуа, в первую очередь для него, прокуратор не только свирепое чудовище, до какого-то момента прокуратор остается чудовищем. Во время суда, утром, Пилат не может принять проповедь Иешуа. Почему? Да потому что они антагонисты. Они два начала человеческой души, негатив и позитив. Пилат – профессиональный солдат, то есть убийца, правитель с исключительным правом смертного приговора, с правом судить или правом меча, как говорили римляне. Иешуа, как скажет Леви Матвей, это человек, не сделавший никому в жизни ни малейшего зла. Пилат с мигренями-то резок, агрессивен, вспыльчив. Иешуа всегда ласков и ровен. Они противоположны не только личностью. Это Надя Рушева, Иешуа перед казнью. Они противоположны не только личностью, как писал Александр Зеркалов, анализируя этот эпизод, но и социально. Первый богач, второй нищий. Один всемогущий наместник кесаря, другой бездомный бродяга. Как бы абсолютный нуль социальной шкалы. Более того, Булгаков максимально заостряет все евангельские проблемы, оголяет их, обрезает. Дело в том, что у Булгакова встречаются сын короля Ведуна
из средневековой легенды о Понтии Пилате XII века, между прочим. И подкидыш. Сын неизвестных родителей. Пария, по представлениям родового общества и еврейского общества в первую очередь. Пилат первый, Иешуа последний. Но в следующем, в этом самом важном для нас противопоставлении, в Евангелии последние становятся первыми. И самое, наверное, главное. Может быть, точнее всего остального характеризующее наше с вами одиночество. Болезненное одиночество, разумеется. Пилат не просто жесток. Собственно, до встречи с Иешуа, он видит в людях только дурное. Он злобный ненавистник. И это некоторое почти абсолютное правило власти. Он творит зло по инерции, даже тогда, когда пытается делать добро. Вот Александр Зеркалов. Наказывая зло, Пилат устраивает предательское убийство, опутывает его маскировочной сетью лжи, с наслаждением изобретая фальшивые версии то о женщине-предательнице, то о самоубийстве. А Иешуа не лжет даже для спасения собственной жизни. И не только зла не причиняет, но жалеет, более чем прощает. Искренне жалеет, сострадает Иуде. И это такая внутренняя музыка у Булгакова, потому что эта притча и характер этой притчи написаны лаконично и почти абсолютно совершенно. Есть весы противоположностей. Нищий бродяга по статусу своему свободен от социального давления. Он ускользнул от жизни, как Александр Добролюбов, как мастер. На нем не висят заботы о семье, о детях, имуществе, общественном положении, служебной адекватности. И Иешуа может позволить себе быть добрым. Но вот что страшно. Только при этих условиях. Абсолютная доброта или абсолютная способность видеть добро в человеке делает его сумасшедшим, изгоем, выталкивает из общества. Он как бы не может не умереть, но не Бог обрекает его на смерть, а проклятая пилатчина. Собственно говоря, Пилат, он занимает место Бога Отца в новелле Булгакова. Зло концентрируется в человеке и в том, как он понимает общество, общественные отношения, социальные отношения. Следом за Андреем Кураевым
очень многие стали произносить эту фразу, вот эту «Евангелие от сатаны». Но кто действительно мог быть свидетелем тех событий? Так и хочется повторить фразу Берлиоза, о котором речь, конечно же, еще впереди. Но никто же не встанет всерьез рассматривать Евангелие как исторические источники. Главный человеческий парадокс, с которым мы сталкиваемся здесь. Человек, ускользнувший от общества, живущий вне его, может позволить себе быть добрым. А те противоречия, о которых пишете вы, возникают от того, что гегемон – добровольный раб социальной системы. Той самой Римской империи, общественных отношений. И всеми заботами, от которых свободен Иешуа, он отягощен. Он в высшей степени правитель и в той же степени подчиненный. Безумный Иешуа, как безумный Добролюбов. Я поэта Александра Добролюбова имею в виду, о котором мы говорили. Свободный. Богатый сын короля звездочета, в сущности раб. И это самое ощущение «добрый человек» как будто дарит ему свободу. Только для него свобода – это, возможно, увы, только в другом мире. Для Пилата, для гегемона. Здесь ее нет, что он и постарается продемонстрировать Иешуа. Это ведь не только приговор, это ведь не только его трусость. Это еще одна оплеуха, брошенная Иешуа как бы доказывающее, что никакой свободы и добра в этом мире быть не может. И оба они. Мучительно одиноки. Всякая попытка следовать за каким-то абсолютным убеждением здесь у Булгакова приводит к
антисоциальности и одиночеству. До Иешуа его человеческую искру видел только Банга, его собака. Люди не были способны это увидеть. Но для того, чтобы оставаться свободным, предельно свободным, Иешуа не может иметь никаких связей. И даже преданный Левий для него не апостол, а человек, который что-то пишет и все время ошибается. Он любит людей, но не может образовать с ними устойчивых связей по той простой причине, что, как мы бы скажем в наше время, замечательное научное время, тогда возникнет зависимость. Ну, тогда его начнет погружать в семью, да, или в какие-то общественные институты. Иешуа убежден в доброте и свободе. И поэтому он не бродяжничает, он путешествует. Пилат точно так же убежден, его самолюбие держится, но колоссальной значимости его социального рабства. И оба мучительно одиноки. Дальше, конечно, следуют мои домыслы, потому что человеку Иешуа хочется, чтобы его любили. Ему хочется обратно в общество. Он не может себе этого позволить, поскольку лишается свободы. Пилату хочется свободы и хочется идти этой бесконечной дорогой с философом и говорить с ним о чем-то действительно важном, а не лицемерном, как написали вы. Эта картинка, которая так и висит на экране, Надя Рушева своим юным взглядом почувствовала предельную наивность, стоящую за Иешуа. Он не умеет различать людей. Он просто не может прогнозировать.
Он в определенной степени уже мертв, как только он вмешивается в общество, приходит, например, по приглашению в дом Иуды. У него совершенно беспечное, наивное бесстрашие, детское. Для Пилата все люди злые. Поэтому ему необходимо карабкаться по социальной лестнице вверх. Как и всякому карьеристу в наше время. Нельзя, невозможно как бы делать карьеру по-другому. Я имею в виду политическую, общественную карьеру. Человека, описывает Булгаков, должно гнать желание стать сильнее этих злых людей, всех окружающих. И если посылка Иешуа «все люди добрые» основана на его наивности, то зеркальная посылка Пилата в обязательном порядке базируется на жестокости. По всей видимости, для современного общества, для нас с вами, Пилат – это нормальный человек. И Иешуа больной. Но именно наивность оборачивается бесстрашием, нежеланием лгать даже перед лицом очевидной смерти. А предусмотрительность, социальность, расчетливость Пилата, его склонность к провокациям, оборачивается трусостью. Оливковая ветвь и меч меняются местами. Один из них одинок по самодостаточности в любви. А другой ненавидит людей, которыми правит. И он одинок в своей ненависти. Это как бы два типа нашего одиночества в жизни. Одно одиночество мизантропии и ненависти, другое одиночество желающее сохранить наивность и чистоту. И оба они непреодолимы. До самой смерти каждого из них. И оба эти одиночества, вы знаете, прекратятся после гибели обоих.
когда они наконец встретятся и пойдут по лунной дороге. Нужно, чтобы Пилат потянулся к Иешуа. Нужно, чтобы любой человек, правитель, этого же мы хотим, когда мечтаем о добром царе, увидел не в нас, не жадных мизантропов, пытающихся любой ценой выживать и зарабатывать деньги, а добрых людей. Нужен хоть кто-то, чтобы желающий видеть в нас это самое добро. Нужно, чтобы два начала соединились, пишет Булгаков, иначе никогда не настанет царство истины. И никогда не прекратится это вечное человеческое одиночество. Одно, связанное с тем, что если я добрый человек и вижу в других добрых людей, то тогда кто-то придет ко мне и обязательно меня полюбит. А другое, связанное с подозрительностью и мизантропией, истина, царство истины наступают, когда сливаются эти два начала, когда они начинают, по крайней мере, свое взаимопроникновение. От этого и кричит, как мне кажется, или шепчет Иешуа на столбе именно гегемон. Поскольку он и у Булгакова все равно Бог. Как мы знаем, правда? Хотя, похоже, и там на столбе, и на суде у Пилата он, в отличие от Христа, Евангелие не ведает об этом. Мне кажется, правы те исследователи, которые говорят о том, что оба начала присутствуют в Иисусе Христе новозаветного корпуса. Он царь, добровольно отказывающийся от управления миром. Он иногда властен, иногда хитер. Его защищает народ, видевший его чудеса. Булгаков отделил властное начало, полностью, целиком отдав его человеческому, Пилату. И сказав словами Иешуа, что власть всегда зло. Это Андрей Хоршак.
Здесь, мне кажется, он чувствует эти два разделенные начала как одно. Кроме книг, которые очень часто упоминают, и мы еще с вами все равно будем вынуждены говорить об этом, продолжая разговор о романе. Я хочу вспомнить одну которая, на мой взгляд, вполне возможно связана с Булгаковым. Вот эта книжка. Это издание 1893 года. Не знаю, как показать лучше. «Значение креста в деле Христовом» Павла Яковлевича Светлова. Ну, не буду рассказывать его биографию. Это его магистерская диссертация, название «Магистра богословия». Он с 1897 года был профессором богословия Киевского университета. А цензором его книги был главный цензор Киевской духовной академии Афанасий Иванович Булгаков, отец Михаила Афанасьевича. Он был руководителем религиозно-философского кружка в Питере. И вообще очень интересным человеком. И мне кажется, эту книгу точно знал Михаил Афанасьевич. Обвиняли эту книгу в некотором протестантизме, но все-таки, видимо, благодаря Афанасию Ивановичу опубликовали. И вся эта книга психологическая. Светлов все время занят психологическим анализом. Он пытается объяснить, что до Христа человек, слышите, человек, Понтий Пилат, как некий идеал этого человека до Христа. Нет, у Светлова, нет, Пилат упоминается, конечно, но в совершенно другом ключе. Светлов пишет, что до Христа человек не мог поверить в добро, в любовь и прощение, и у него, у человека, не было доверия к самому себе. Он пишет, что во Христе открылось, что человек лучше, чем можно было бы подумать до того, и что через образ распятия мы полюбили, смогли полюбить человека. Поверили в него и нашли хоть какой-то смысл жизни. Христос показывает в себе истину человека. Евангелие, цитирую я, спасло наше уважение к человеку, веру в его способность к добру. Христос своим учением возбуждает у человека сначала любовь к себе. И эта любовь ведет к симпатическому подражанию. Но Христос Светлова не только
учитель истины. Он еще и страдалец за истину и добро. В этом мире добро есть страдания, потому что это мир Пилатов. Обратите внимание, Пилатов, а не мир сатаны. До Христа страдание пугало человека, как наказание и знак гнева Божьего. А через Христа страдание становится радостным. Страдание добра для победы над злом. И крест нельзя понять вне идеи жертвы. Высшая жертва – это любовь. Христос, цитирую я, в своем святом сострадании к человечеству переживает на самом себе суд над человеком, всю судьбу, определенную, слушайтесь, властным грехом. Христос страдает за людей, но не отдельно от людей, а вместе с ними. Его страдание было состраданием. Ну и, конечно же, да, соучастие в жертве Христовой дается человеку в Святейшей Евхаристии. Понятно, что без этого таинства крестное жертвоприношение никогда не было бы закончено. И мне кажется, вот это уважение к добру в человеке, как главную миссию Евангелия, Булгаков, живущий в атеистическом мире, выделяет эту этическую проблему возможности полюбить свою сверхчувствительность, добро в самом себе и нести его людям, даже если вдруг ты в этой любви чем-то жертвуешь в себе. Ведь любовь обязательно требует жертвы, правда? Не обязательно смертной, уж тем более крестной. Но нельзя любить, не пожертвовав ничем. Вот обратите внимание, именно в этом причина одиночества Пилата и бесконечного числа наших современных одиночеств. В том, что мы пытаемся любить, ничем не пожертвовав. Но потом выясняется, что это и есть трусость. Это сохранение своей власти, а вовсе не любовь. Евангелие от сатаны. Я всегда пытался понять, что же чувствовал я, когда впервые с безумным трепетом читал те строки, которые вам сегодня цитировал булгаковского романа. Я думаю, что я всегда это чувствовал как то в Новом Завете, что вынужден уважать даже сатана. Это оставил Булгаков, отдав все, что принадлежало достаточно жестокому Богу Ветхого Завета, нормальному человеку власти, Понтию Пилату.
Ведь Иисус в Евангелии опирается на Ветхий Завет и следует ему. Он, в общем-то, последовательный иудей. Ну, Бог Ветхого Завета жесток. И первое новозаветное его деяние – это порождение сына, специально предназначенного для мучительной гибели. И согласитесь, это немалая жестокость. И в чем-то Егемон даже добрее отца Яхве. Он же не расставлял Егемон, Иешуа, ловушку. Он был всего лишь слепой силой, осудившей его. Яхве, помните, в книге царств одного из своих адептов поразил смертью за прикосновение к ковчегу со святынями, падающим с телеги. Ковчег падал с телеги. Человек совершил естественную попытку поддержать святая святых, за что был немедленно уничтожен, поскольку прикасаться к ковчегу было нельзя. Ну, владыке кочевников, древнему богу, наверное, жестокость не была противопоказана. Он был Яхве слишком человечен, этот бог кочевников. Он оправдывал свою жестокость непокорностью паствы, как современные правители. Ну, помните, когда евреи в книге «Исход» выходили из Египта, то Бог отказался пойти с народом. Знаете, как он это описывал? «Чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Конец цитаты. Булгакову не хотелось обращаться к жестокому отцу. Как бы жестокие люди создавали себе жестокого бога, или жестокий бог создавал жестоких людей, для него было не важно. Для него было важно, что это два начала внутри человека. Одно мы считаем нормальным, второе нет, но только встретившись, они могут породить царство истины. Только наши попытки понять друг друга, увидеть друг в друге добро. Иначе мы все время так и обречены мучительно оставаться одинокими. И наверху, там, где находится Бог или Сталин. И внизу, там, где находимся мы с вами вместе со своей сверхчувствительностью.
Нам написал Алексей Рябов. Это автор песен, музыкант, который и слушал, и смотрит теперь наши программы. И предложил нам песню. Эта песня называется «Одиночество». И почему-то мне кажется, что в ней почти как у Булгакова звучат библейские мотивы. Интересно, что на саксофоне в этой песне играет Сергей Федорович Летов, легендарный наш саксофонист и брат Егора Летова. Вот, и давайте, наверное, я закончу сегодняшнюю передачу этой подаренной нам музыкой. Хорошо? Вместо слов, да и музыки давно не звучало. Помнишь ли, забыла то, что было между нами, стерто годами. Я мечтал, что когда-нибудь приду и тебя просто за руку возьму. Как же груб был я. Ведь не нужен я тебе, и живешь с детской мыслью о мечте, где нет места мне. Стучаться до небес проще, чем тебя найти. Знает ангел или бес, на кресле лежат пути. Достучаться до небес проще, чем любовь спасти. Знаю только лишь Творец, как покой мне обрести. Боль ушла, но покой не наступил. Тишина оглушает, нету сил. Достучаться до небес проще, чем любовь спасти. Знает только лишь Творец, как покой мне обрести. Достучаться до небес проще, чем любовь спасти. Знает только лишь Творец, как покой мне обрести. Покой мне обрести. Как покой мне. Ну вот,
Спасибо большое Алексею Рябову и вам за то, что вы были вместе с нами. Это все, что я успеваю сегодня сказать. Ну, конечно, это не последний разговор о Иерусалимской части Булгакова. Следующий раз, в четверг, мы попробуем поговорить о том, что такое тревога и как с ней справиться. Вполне достойное, по-моему, продолжение этой темы. Спокойной ночи.